Новое записывай. Мам, не отвлекай, он таких звуков не знает. Классики такие. А потом мы удивляемся, что это у ребенка голос охрипший. Привет, кто пришел? Мишка. Привет, Мишутка. Привет. Лисенок любит Мишку. Любит Мишку лисенок. Привет, Мишка. Привет. Привет. Все звери в лесу тебе передавали приветы. И говорили слушаться маму, кушать хорошо. Хо-хо-хо. Да? Мишка, привет. Дай пять. Дай пять. Я с тобой здесь рядышком посижу, можно? Не-не. Чего ж ты такая цыганская дитя в нас? Не, ну не совсем цыганская. Сегодня дядя Леша увидел. Ну и шо? Ну, он смотрел на него, изучал, что же. Не, ну ты ж знаешь, у детей там с какого-то возраста поведение должно меняться на присутствие. Разбойник. Ох, и разбойник.